А в Москве заявления о российском следе в убийстве Вороненкова назвали абсурдными. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта украинская сторона не сумела обеспечить безопасность бывшего депутата Госдумы. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выразила сомнение, что убийство Вороненкова будет расследовано объективно. Имеющиеся на настоящий момент данные позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции.